обещал показать плотик для возможного откладывания пиявками коконов, которые на отдыхе. Ну вот, вот такой вот плот сделали. Значит, ящик плавающий, внутри торф сантиметров 10 толщиной, влажный, смачивается снизу водой, сверху закрыли тканью для того, чтобы, ну, темно им было. Есть у них там возможность снизу залезть и, так сказать, отложить коконы. Дней через 20-30 все это дело откроем, посмотрим, насколько, сколько было желающих и как они этим делом воспользовались. На растения, под растения, вернее, на берегу пиявки заходят, коконов пока не видели. Ну и, в общем-то, все-таки в этом плотике, конечно, лучше им было бы. Ну, вот в этих растениях они достаточно много можно встретить. Ну, десяток, два. Если что-то будет, какие-то коконы, ну, тогда, пожалуй, и покажу, кому интересно.